Прилетел звонок в паркет. Да и диванки, и буфет. Смерть кота, что ли, носили? Знание часто проходили, зачастую просто мимо. А еще спортзал любимый, дорогой наш стадион. И с работ большой газон, столько долго мы рвали, когда практику сдавали. А еще для нас всех школа море целое контрольное. Сочинений, изложений, неожиданных волнений. Если вдруг с утра зачет, учитель нам преподнесет. КВН, беседы, поражения и победы. Дружба, класс, куда стремишься вновь. Наша первая любовь. Школа — это новый год, важных дел круговорот. Репетиции, концерты, выступления и невыполненные упражнения. Рубка, квесты, дискотеки. Пересид, библиотеки. Пирожок, компот и пицца. После них так классно спится. Классный час, театр поездки. Конкурс, призовое место. Ранним утром построение. Вместе найдены решения. Нагоняя после собрания. Изменение расписаний. Школа, это наше. Это наше. Школа – это наше детство, где всегда мы были вместе. Школа – это часть пути, что сумели мы пройти. Подарите нам ваши улыбки. Они будут пути согревать.
И взросление с детства прощаю. Миг открытия новых дорог. И зовется он последний звонок. Уважаемые Светлана и Мотя, выпуск 7 к очередному повороту вполне готов. Почетное право дать последний школьный звонок предоставляется Фирзулину Ильдару и Соколовой Анне. Уважаемые родители, гости, учителя, через несколько минут мы продолжим наш праздник на улице. Там нас всех ждет прощальный вальс.